Всем привет! С вами снова Екатерина, и сегодня я вам хочу рассказать о фламенко. Значит, всем известно, что это испанский танец, и ну, я тоже как бы думала, да, вот испанский танец, что он из себя представляет? Я думаю, что рассказывать о том, что такое фламенко, нет смысла, нужно только увидеть. Поэтому я буду, ну, после того, как я закончу говорить, я вставлю, значит, видео о том, именно непосредственно с настоящего испанского фламенко. Я была в фламенко, значит, в таком культурном центре, который называется Casa de la Memoria. То есть этот центр, он находится в Севилье. Когда вы приходите в этот центр, то вы можете взять вот такие вот буклеты. Они вас знакомят с... На разных языках тут представлены, да, то есть тут есть на русском языке, на китайском, корейском, японском такие буклеты, есть на французском, итальянском и испанском и английском языках. Вот, и есть такая вот программка, которую они тоже дают в этом центре. Значит, представления каждый день разные, то есть представления они проводятся каждый день, и вот эта вот программка, это представление на март месяц. Значит, представление проводится с 7:30, два представления в день, одно в 7:30 и другое в 21:00. Вы можете, значит, билет, как купить билет? Билеты вы можете купить непосредственно только в этом центре. Не только в этом музее есть, не только непосредственно проводится фламенко, но также есть и музей фламенко. То есть вы можете ознакомиться с какими-то дополнительными, ну, информационными материалами, фотографиями. Я тоже это к видео прикреплю информацию. И что мне понравилось в этом вот центре, то есть это непосредственно вы приходите, то есть это не проводится не в ресторане, это данное мероприятие, ну, то есть этот вечер и знакомство с фламенко, это получается как такой вот культурный вечер, то есть вы приходите как в театр, и проводится представление. Непосредственно, когда я была в театре, ну, вот именно фламенко, то был певец, гитарист и трое девушек, которые выступали, танцевали фламенко. Я почему рекомендую именно туда пойти посмотреть фламенко, потому что это самая настоящая фламенко, то есть они следят за тем, чтобы те люди, которые работают в данном центре, выступают, они были всевозможными лауреатами различных премий, конкурсов в различных категориях. Ну, на этом, я думаю, все. Сейчас я еще раз покажу такие буклеты, чтобы вы посмотрели. Вот. Называется Casa de la Memoria. То есть, если вы будете в городе Севилья, в Испании, то я вам рекомендую сходить и посмотреть настоящий испанский фламенко. Спасибо за внимание. Oh, okay.